Игроки в бело-синей форме делают расстановку. Попадает шайба в игрока темиртауской команды. И еще один бросок по воротам Никиты Бояркина. Евгений Гасников на точке вбрасывания. Машинец. Осталось вбрасывание за павлодарскими хоккеистами. Ну, темиртауская дружина вырвала шайбу в свои руки. Никита Незнамов. Никита бросает. Попадает в игрока. И удаление будет. За толчок соперника. 7,5 минут играть до окончания первого периода. В усеченных составах играют команды 4 на 4. Ананичев, Богачонок, Лазарев. Пара защитников. Богачонок, Лазарев. И Ананичев, Борисевич. Классный момент. Врезается в Никиту Бояркина. Гасников сносит ворота. Вот представить себе даже не хочется себя на месте Никиты Бояркина. Когда летит на тебя не только шайба, но и такая махина. Помним мы, что вчера в составе Тимиртау не было Александра Борисевича. Ну вот сегодня рассук Богачонка. Лазарев. Борисевич. Ананичев. Бросок! Да что ж такое-то? Каролинский хорошо наносил бросок по воротам. Команды соперника. Клемешов. Передача на партнера Гасников. Гасников 2 в 1 выход. И решает Гасников в этом периоде одну из основных своих задач, наверное. Счет открыт на, скажу я вам, 15-й минуте. 15 минут и 51 секунда у нас. Сергей Несмухан. Игнатенко бросает, попадает в Сафина. Еще один бросок по воротам Никиты Бояркина. Коваш и Желныровский были на точке вбрасывания. Выиграли темиртауцы. Данилов. Хорошее опекание там павлодарского. Орлов на Желныровского. Решать Дима! Нет. Нападающих павлодарской команды. Ананичев. Бросок последовал. От синей линии. Здесь уронили уже. Удаление. Кто нас смотрит сейчас на рабочем месте или по каким-либо причинам, бросок, с которым справляется Никита Бояркин. Здесь Данилов бросил шайбу в зону. Данилов сегодня играет в паре. Ох, какой опасный выход. 1-1. И Никита Бояркин. Коварш поймал шайбу на синей линии. И посмотрите, ведь в меньшинстве играла команда Иртыш. Голкипер Янис Аузинш. И уже ответная атака гостей. Бросок по воротам Бояркина. Продолжают владеть шайбой в зоне темиртауской команды гости из Павлодара. Неплохо было задумано. Цыбин пытался из-за ворот отдать передачу на партнера. Вот сейчас вновь мог произойти опасный момент. Лазарев у нас играет без клюшки. Борисевич отдал клюшку Лазареву. Сам играет на позиции нападающего без нее. Ну, конечно, в этом моменте клюшка нужнее защитнику. Борисевич, посмотрите, как самоотверженно ложится под шайбу. Александр Борисевич, продолжается атака павлодарцев. Машинец, передача на партнера, бросок от синей линии. И вот только сейчас Никита Бояркин, павлодарской команды, родом из
Латвии. Зубрицкий. Желнировский вплотную расстреливал. Не произошло. Яхант. В своей манере. Вот это да. Чуть было не осталось клюшка. Подарок. Лазарев. Ну должна же когда-нибудь шайба побывать в воротах павлодарской команды. Вопрос только когда. Ах, как сейчас серьезно. И, ну, здесь, кажется, сам споткнулся об клюшку Касников. Еще одно численное большинство отыграли тимиртаусцы. Ну, еще будет 8, ну, уже менее 8 минут находиться на скамейке оштрафованных. Игрок тимиртаусской команды Борисевич. Передача на Каролинского. Каролинский проходит, бросает. Не удается голкиперу гостей прижать шайбу ко льду. Продолжается атака. Продолжается владение шайбой в тимиртаусской команды. Но тут же теряется. И уходит из-под контроля тимиртау команды шайба. Но справляется с очередным броском. Простят меня зрители, но не могу я не упомянуть эту команду, потому что, ну, действительно, в прошлом сезоне остановили они нас, можно сказать, в шайге от чемпионства. Хороший выход, 1-1, где шайба? Нету шайбы, даже броска, по-моему, не последовало. Это был Владимир Волков. Владимир Волков выходил 1-1 с Янисом. Тарасов, Яхант, пара защитников. Яхант Сева, можно бросать, бросок и чуть было от клюшки голкипера. Вот в этом сезоне Томаш Вак находится на посту главного тренера. И это замечательно. Орлов на Зубрицкого. Будет удаление. Орлов, бросок! И мне показалось, что шайба попала в маску голкипера. Оказывается, 65-й номер. Робин Коварш. 66-й. Робин Коварш. 5.50 до окончания. Робин Коварш. Номер 66-й. Второго периода. Желнировский, Орлов. Зубрицкий. Наместников и Данилов. Пара защитников. Можно бросать и Желнировский. И это реализация численного большинства. За 5,5 минут до окончания второго периода. Минуты и 31 секунда. Волков. Волков, Незнамов. Борисевич. Тройка нападения. Волков. Солибергеном. Борисевич неумолимо бежит вперед. Волков, Владимир, бросать! Гол! Владимир Волков забрасывает вторую шайбу практически спустя 1 минуту с того момента, когда тимиртауская команда сравняла счет. 35 минут и 29 секунд прошло. Да и вот стало уже намного интереснее тимиртауским болельщикам. Да понятно, конечно, ребята активизировались, скажем так. Ну, это сок Бояркин. Шайбу забросил все-таки Владимир Волков. Желнировский, Дима, бросай! А здесь уже Мазунин. Мазунин сыграл, на мой взгляд, неправильно с Зубрицким. И оказался тот в воротах. Да, на скамейку оштрафованных отправляется 21-й номер. Ага, Силуянов. Алексей! Бросок!
был Юртыш. Судьи от пятером играют кемертаусы. Ну, можно было в этом моменте обойтись, конечно, и без столкновений. Тут Александр Борисевич абсолютно не угрожал голкиперу наших гостей. Дмитрий Орлов отправляется в зону соперника. Опасность. Пока мимо ворот. Коварш. Архипов. Коварш. Первое звено на площадке. И бросок защитника от синей линии практически за 11 минут и 7 секунд в периоде. Коварш. Данилов останавливает его. Наместников. Архипов. Видели мы уже сегодня в ассистентах Александра Архипова, но не показывал он результат заброшенной шайбы сегодня. Ну, хотя стабильно. Бросок по воротам. Пономарев, Желнировский, Орлов и Зубрицкий. Будет удаление. Скорее всего, атака игрока, не владеющего шайбой. Дмитрий Желнировский. Шайба летела очень высоко. Орлов и гол! Дмитрий Орлов забрасывает шайбу в этой серии из двух матчей с Павлодарским Иртышом. Да, Дмитрий? В команде СРРК. Пас на пятачок. Волков. Борисевич. На Волкова получился бросок. Богачонок сам идет, бросает. 52 секунды, все меньше и меньше времени остается павлодарцам для того, чтобы сравнять счет. 40 секунд. Передача на пятачок. Не было подставления. Пустые ворота у павлодарской команды. Шестой полевой игрок на площадке. Но сейчас не ошибиться в своей зоне, взять шайбу под свой контроль и просто бросить прицельно по воротам. Туспяка, бросок! Будет видеопросмотр. На мой взгляд, сейчас посмотрим, что после просмотра скажет главный арбитр. Ведется просмотр игрового момента. Сафин решать, Тринат! Нет, молчит сегодня на счету темиртауской команды Архипов. Отдавал передачу на партнера. Ох, как опасно! И посмотрите, какой сейв делает Никита Бояркин. Местников. Вышла шайба из зоны, и нужно ускоряться. Воронин, Сафин вдвоем. Бросок. Да что такое у Рената Сафина? Не получается. Наместников. Еще бросок нужен, Ренат. Ну что, вновь возвращаемся к Темиртау. Здесь сейчас пройдет серия буллитов. Василий Мартвинов. Бросок выполняет Василий Мартвинов, номер 13-й команды. Ну и будем держать кулачки, каждый за свою команду. Не удается Василию Мартвинову забросить шайбу в ворота. Александр Борисевич. Бросок выполняет Александр Борисевич, номер 89-й. Нет. Не удается Александру Борисевичу. Да, Дмитрий Цыпин. Номер 8. Номер. Ну и замолкаем. Хотя можно, в принципе, и поговорить. Хорошо, сейчас идет напрямую, направо, можно сказать, Дмитрий Цыпин.
и Алексей Данилов. И хорошо было задумано, всячески пытался обыграть Алексей Данилов голкипера гостей, но нет, не удалось. Номер 10, Евгений Гасников, автор первой заброшенной шайбы в сегодняшнем матче. Естественно, всяческими гулами сопровождается бросок Евгения Гасникова и приветствуется публикой. Орлов, 77-й. Красавчик, Жарайсин Дмитрий. Решающая шайба. Решающая заброшенная шайба за Дмитрием Орловым. Это было здорово. Это было красиво. Сегодня был, по правде, поистине напряженный матч. 4-3. Победа Тивердау, друзья.